Всем привет! Я по роду своей деятельности очень часто пользуюсь картами памяти. И, чтобы вы понимали, храню я их вот в таких пластиковых коробочках, которые мне доставались, когда я заказывал какие-то карты памяти из Китая. То есть это простая коробулька, в которой можно поместить одну карту памяти microSD и одну SD. Естественно, я хитрил и вот сюда внизу еще накидывал несколько карт памяти, там симки и все остальное. Но это дико неудобно. Вот посмотрите, у меня здесь много карт памяти. Ну, в принципе, это только малая часть того, что у меня есть. Вот еще тут есть SanDisk, например, вот такая. Ну, еще в устройствах куча карт и так далее. Естественно, все это некрасиво, неудобно. Я начал искать, какой же выход из положения можно найти. И нашел интересный бренд, который называется RockTag. Нашел я его на JD и потом увидел, что на Алиэкспрессе на него цена в два раза ниже. Я подумал, надо брать на Алиэкспрессе, а еще и на Алиэкспрессе их официальный сайт, как я понял. Ну что ж, давайте распакуем, посмотрим, что это такое. Обошлось мне это все дело недорого. Один кейс стоил $2, второй кейс стоил $4. Давайте посмотрим два разных кейса, потому что они отличаются по вместительности. И давайте посмотрим, чем еще они отличаются. Видно, что здесь у нас два магазина указано. RockTag AliExpress.com и RockTag Shop AliExpress. Еще вот такой у меня кейс. Вот, тоже для карт памяти. Упаковано все в простые ноунейм коробочки. Это, я так понимаю, старшая версия. Чем еще они мне приглянулись? То есть я выбирал разные варианты, но для меня самым важным было, чтобы сами они были металлическими. Это было первостепенно. И это металл. Так, по поводу коробки, как она собрана. Ну, в принципе, легкий такой люфтец есть. Сейчас не знаю, как вам его показать. Ну вот, вы слышите? Легкий люфтец есть. Может быть, просто особенность конструкции технологическая. Так, ну и здесь у нас мягкий поролон для того, чтобы можно было установить 6 карт microSD и 3SD. И еще один отсек. В этом отсеке можно уже установить карточки старого форм-фактора. Вот посмотрите, как у них презентовано это все. То есть вот эти карточки старые, я не помню, как они там точно называются, но вот их можно сюда установить. Естественно, я такими не пользуюсь. Может быть, они не старого, может, они какого-то профессионального образца. Суть не в этом. Я пользуюсь в работе только microSD и SD. Поэтому это место будет отдано под также другие карточки, либо под симки, потому что я в работе использую также много симок. Так, здесь у нас еще один более простой вариант кейса. Конечно, оставлю себе оба, потому что карточек немереное количество. Этот уже идет без люфта, и посмотрите, как все тоненько изготовлено. То есть это очень-очень нежная, тонкая работа. Действительно изумительно, и все металлическое. То есть вот этот, мне кажется, будет моим любимцем. Я любитель, когда меньше люфтов. Так, здесь у нас используются уже 2 SD-карты и 4 microSD. По поводу закрытия, жесткая фиксация, ничего не отваливается, ничего не скрипит. То есть действительно достойный кейс. Естественно, если говорить о том, какой вам больше понравится, то такой и выбирайте. Каких-то преимуществ определенных я не вижу, ни у одного, ни у другого. В толщину этот, ну, ровно в 2 раза толще, чем вот этот. По размерам они, в принципе, одинаковые. Ничего я здесь не вижу такого прямо сверхъестественного. То есть смотрите, какой вам больше интересен, больше нужен. Ну, в этот, как я уже говорил, можно поместить что-либо еще, кроме карт памяти, вот здесь, в этот отсек. Ну и самих карт здесь помещается, конечно, значительно больше. Ну и чтобы не быть каким-то голословным, да, то есть давайте проверим, как все дело будет выглядеть. Вот так установим, чтобы уже сильно не затягивать хронометраж. То есть вот таким вот образом установим. Посмотрите, как они себя чувствуют здесь. Просто изумительно. Все закрывается, и они там не вываливаются, да, то есть они очень плотно там сидят. Давайте попробуем открыть. Просто отменно. Ну что, чтобы быть более объективным, давайте еще вот сюда запихнем карточки. Что удобно, есть небольшой паз для того, чтобы эти карточки можно было доставать. То есть вот здесь лазеечка такая, раз, и достается. Очень удобно. На самом деле сидят они здесь плотно, и вот давайте проведем тест.
они отсюда, как вы можете заметить, не выпадают даже в открытом положении, а в закрытом тем более. И вот таким вот образом все это сложим. Естественно, более интересный вариант — это когда помещается под SD-карточку еще microSD. То есть это более компактно получается, да? Экономится, скажем так, немножко места. Но тут уже на любителя, как вам больше нравится. Поэтому я и заказал два варианта, потому что тут уже как вам больше понравится, такой вариант себе и заказывайте, если вам, конечно, вообще нужны такие вещи. Что вы думаете по этому поводу? Стоит ли заказывать такие кейсы, или нужно было и дальше пользоваться вот такими вот непонятными пластиковыми и вообще некрасивыми, невзрачными кейсами? Может быть, я жиру бешусь, а может быть, это действительно годнота и must have. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментарии. Знаю, что вы не любите, когда нож вот так вот стоит. Не вижу в этом ничего неправильного. Все, всем добра, любви, и ссылки на эти штуковины будут в описании. Там же будут ссылки на кэшбэк. Пока!